Ой, девочки, наконец-то они пришли. Я выбрала, долго ждала. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как они будут смотреться, эти стульчики, в зимнем саду. Видите, да? Сейчас я распакую и поставлю в зимний сад и покажу вам. Таким образом выглядят девочки до. Оп, переключаемся, девочки. И вот так вот выглядит теперь у нас обеденная зона в зимнем саду с этими стульями. По-моему, очень хорошо. Красивый такой цвет. На камеру он светлее. На самом деле он такой нюд. Вот здесь вот он настоящий цвет. Такой красивый нюд. Вот, да, вот тут вот цвет настоящий его. Теперь вот так. Кое-что вам расскажу, девочки. Вот у меня жарится картошка с курицей. Целиковая картошка с курицей. И что я буду делать? Я это делаю редко, но иногда вот хочется. Растапливаю масло. И сейчас в это масло, в горячее, выжимаю целую головку чеснока. Потом курицу, когда курица готова, я выкладываю в форму керамическую это все. Порционно ее разделываю курицу и поливаю сверху вот этим вот сливочным маслом с чесноком, девочки. И это невероятно. Вот, девочки, получилась такая курочка. Сейчас все, мы ее разрежем и вот сюда, в эту форму сложим. Вкусно, девочки. Прям вкусно. А теперь вот в такой красивой вот форме все это поливается маслом сливочным прямо сверху с чесноком. Можно еще сверху, укропчик. Ой, девочки, это такая вкуснота. Хочу показать вам золото на моей кухне. Это потрясающая красивая коллекция посуды, которая не только роскошно смотрится на кухне, но и очень удобно. Это вот такой дуршлаг для промывки ягод или круп, сито для муки и пиала под это сито. Этим настолько приятно пользоваться, разные подносы. Эта посуда задает не только настроение, но и невероятно благородную роскошь на кухне. А теперь я хочу вам показать одну из сервировок на осень. Назовем эту сервировку «Осенний листопад». На льняную бежевую скатерть я расставлю вот такие вот красивые оливковые плейсматы, на которых написано «Счастливой осени». Также на эти плейсматы я размещу тарелки с таким вот красивым рифленым краем и на них поставлю тарелки в виде листа диаметром 20 сантиметров. И уже золотой листопад на столе обеспечен. Также расставить можно небольшие тарелочки порционные и также небольшие салатники для солений, да что угодно. Золотые листья можно заменить на оранжевые, и будет совершенно другой вид у стола. Добавлю прозрачного стекла в виде вот таких стаканов золотым краем. Они невероятно хорошо и благородно впишутся в эту сервировку стола. По центру, конечно же, можно разместить первое или второе блюдо, но вот в такой красивой кастрюле. Это кастрюля из чугуна, но чем она удобна? Внутри чугун полностью закрыт эмалью, толстым слоем. Также и крышка закрыта внутри эмалью. Тем самым делает уход за этой невероятно красивой кастрюлей очень простым. Ее просто можно мыть в посудомоечной машине, и все. Добавим тыкв. Куда же без тыкв на осень? Бархатные тыквы можно разместить на столе, а можно эти бархатные тыквы задействовать в своем
декоре, осеннем декоре дома. Они очень хорошо впишутся в любой интерьер. Также к этой сервировке можно добавить вот такую банку. Невероятно привлекательный оранжевый цвет, такой цвет запеченной тыквы. Не ярко-оранжевый, а именно благородный оранжевый такой цвет запеченной тыквы. Хорошо подчеркнет эту сервировку. Также очень хорошо впишется и в любой интерьер кухни, тем самым задав невероятное настроение осени. К этой сервировке можно добавить и вот такой вот осенний букет в виде гортензий. В золотой такой интересной вазе, такое мятое золото. Очень эффектно смотрится эта ваза в интерьере. Я также к гортензии добавлю тую искусственную. Уж очень мне нравится это сочетание. Также можно к этой сервировке добавить немножко света с помощью светодиодной гирлянды. У меня светодиодная гирлянда, на которой вот так вот расположены маленькие тыквочки, которые задают невероятное свечение. Добавим немножко дерева с помощью вот такой вот удобной масленки сразу с ножичком, которым можно намазывать масло, или в эту масленку можно также поместить и мягкий сыр и красиво подать его на стол. Вот такая осенняя сервировка у меня получилась. Яркая, красивая, сочная. Ну, разве не осенний листопад? С помощью вот таких мелких деталей также можно задать настроение любому декору в вашем доме. Ссылочки на элементы декора и посуду будут внизу в описании. А на этом я закончу свой обзор. Вдохновляйтесь, украшайте свои дома. И пусть каждый дом будет уютным и красивым. Всего вам доброго, мира и добра. Пока-пока.